Друзья, всем привет, всем доброе утро. Утро вторника. День начинается, ну, наверное, неплохо. Я бы даже так сказал, что хорошо. И в связи с этим хотелось бы вам сказать, наверное, большое спасибо за поддержку. Ну, конечно, да, там есть и неприятные комментарии, но тем не менее, я всех прекрасно людей понимаю, у всех разная реакция, у всех разное понимание ситуации, и я так понял, что в основном много людей пишет гадости тех, у кого, в принципе, и, наверное, семьи-то нет. Ну, нет понимания того, что ты можешь нести ответственность не только за себя, но и за собственную семью. И понимание сохранить семью – это немаловажный фактор вообще, так как, опять же, в слове «семья» нету «я», да? В слове «семья» это значит, что что ваша целая семья, полноценная семья, что не важно, сколько у вас там детей, но муж и жена – это уже семья. А так как еще и учитывая то, что у меня маленький ребенок, тут просто должно быть понимание и человеческое понимание. Но для многих людей это не фактор, это не основание того, чтобы человек переживал, чтобы человек уходил из темы, да, и обосновывая, в принципе, тут всем понятные, всем здоровые мысли и донес их до всех. Очень удивительный тот фактор, спрашивают, причина твоего. Посмотрите ролик, посмотрите 23-минутный ролик, где я все как бы сказал, и причины, все-все-все указал. То есть просто внимательно послушайте. Я не думаю, что вы смотрите там многочасовые эфиры и не устаете, а тут вдруг 23-минутный ролик вас прямо утомил. Но в любом случае, всем спасибо всем тем, кто остался со мной, всем тем, кто меня поддержал. Это многочисленное количество, это даже вы можете обратить внимание даже и по лайкам, и очень много и хороших комментариев. Честно, я ожидал худшего, я всякое мог предполагать, но не такое. Не такой расклад. Это радует, что очень много людей, именно понимающих, именно, видать, людей, которые семейные и к этому относятся, ну, просто понимают. Просто понимают. Спасибо еще хочу сказать всем тем блогерам, всем тем, кто именно тоже меня поддержал так либо иначе, сказал пару слов в мой адрес. Вам тоже всем спасибо. Поэтому, друзья, давайте не будем все-таки такими настолько сухарями, настолько бесчувственными. Я еще раз говорю, что люди не могут быть без чувств, люди не могут быть неэмоциональными, да? Все люди живые. Если вы безэмоциональный человек и вы бесчувственный человек, то вы вообще не человек, вы просто сухарь. Вы просто сухарь. Если вы все только смотрите именно поверхностно и с горячей головой, пожалуйста, акцентрируйте то внимание, которое не должно акцентрироваться вокруг вас. Не акцентрируйтесь на негативе. Не акцентрируйтесь. Для чего? Вот даже во вчерашнем ролике я вообще полностью никого не оскорбил, никого ничего, но негатив был, да. Можно же просто было сказать, ну, Юр, блин, ну, разочаровались, ну, ладно, все, давай, отписываемся, пока. И, кстати, были такие люди, и я им больше признателен, что нету в мою сторону грязи. Наверное, сегодняшний добрый эфир, это, наверное, последний вот такой из эфиров, когда я что-то разъясняю. Следующие дни, следующие добрые, так сказать, эфиры, они реально будут добрыми. Мы не будем возвращаться назад, мы не будем повторять вчерашний день, да, то есть, чтобы не было такого дня сурка, потому что каждый будет пытаться внести в комментариях свою лепту. Поэтому просто хотелось бы пожелать вам счастливой и продуктивной недели. Сегодня второй день рабочей недели, вторник.
Всем спасибо, всем пока-пока и добрейшего дня.